Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в Watch Dogs. Так, все вышки мы открыли и теперь едем выполнять миссии. Компания. Так, как мне? Так же тоже можно? А, там трасса. Там я не смогу выехать, да? Промахнулся. Ай-яй-яй-яй, промахнулся. Так, едем и едем в соседнее село. Вторая попытка. Да стой. Стой. Вот так вот. Вот так. Разворот. Господи. Страховка, надеюсь, у меня есть. Поехали. Навстречу к приключениям. Бунг. Че, и все? Ты вот так просто уедешь? А ну правильно, ты на КамАЗе, кого тебе жалеть-то? Опа. Оп! Снесли дверь. А вторую бы еще. Снесли бы, да и все. Да. Прекрасно. Я просто доволен собой. Да-да-да. Никто так не доволен собой, как я. Мое вождение просто потрясающе. Блин, дверь захлопнулась. О, открылась. Вот так, вот теперь нормально. Дверей нет. Опа. Я знаю, что это такое. Это кладбище. Мы тут отмечались. Так, куда мне тут можно? Давай-ка вот так вот я сделаю. Так, там мотоцикл. Ну, можно мотоцикл будет взять. Посмотрим, кто здесь и что здесь. Давай вспомним. Одно воспоминание мы нашли уже у туннеля. Когда на нас напали. Но оно было не сюжетное воспоминание. Итак, это я как понимаю, могила племяшки. Ты не знаешь, кто оставляет цветы? Нет. Но у крошки много друзей. Было. Уже пора смириться. Я знаю. Мы пережили жуткий кошмар, но хватит постоянно ворошить прошлое. Я ничего такого не делал. Эйден, не надо мне врать. Я знаю, что ты ищешь тех, кто это сделал. А ты не думал, что подвергаешь нас опасности? Вам ничего не грозит. Я этого не допущу. Послушай себя. Эйден, зачем тебе все это? Просто... Мне нужно знать. Ты мой брат. Я тебя люблю. Но Джекс для меня все. Малейшая опасность, и ты его больше не увидишь. Брось это. Пожалуйста. Лену не вернешь. Моя. Нет, не твоя. Я все понимаю. Обещай бросить это.
Да бросай все. Ради нас. Ради семьи. Хотя нет. Обещаю. Он не бросил пить, не бросил курить, и вас он тоже не бросит. Она права. Лены нет, но что с того? Махнуть на все рукой. У нас проблема. Тот чел из раздевалки выжил. Заговорит тебе хана. Он не умер? Такое бывает? Как? Так, чел из раздевалки. Угу. Видишь, бывает. Да расслабься, есть план. Встретимся в Горман-Хайтс на крыше. Конечно. Так. Как у меня путь продвигает? Вот тут вы вообще не правы. Я там видел катер. Тихо, тихо, тихо. С нами Шарлотта Гарднер, глава пиар-отдела CTOS компании Bloom. Здравствуйте. Всегда с радостью поговорю о CTOS. Отлично. Вот он катер. Объясните, что такое все-таки CTOS? Честно говоря, больше похоже на мать. Так, вышли. Опаньки. Вот так быстрее же будет, чем мостами всякими добираться в обход. Вот, кстати, мост. Давай, давай, давай. Потоп? Нет? Ты потоп? Блин, плохо, что не потоп. Куда мне? Вот сюда. Так, выходим на выход за борт. Придется плавать, да. Промокли, ну что ж. Ну и пусть. Пусть долго будет мой путь. Мы все равно. Ты что, падла, не вылазишь? Да что вы говорите? Нельзя так. Помогли бы лучше бы. Катается как... Какого хрена? Вот такого. Большого, жирного, толстого. Ой, господи, что вы за мерзкие такие... Пиздопротивные людишки-то, мерзопакостные. Из носа шла, рубашку испачкала, и машину мою забирают. Тебя врач на скорой осмотрел? Вот, вот это. Они пока вытаскивают того парня. Боже, это я виновата. Тихо, тут не говори. Но это правда. Я писала, что нас сломали и не заметила... Неважно, теперь ты должна все отрицать. Вот так вот, вот. Только что мы... Слышали, как... Нарушается закон. Так, вот мы на месте. Давай. Это не пицца. Где он? С Джорди вечно проблемы. Но выбора нет. В другой жизни я бы за ним гонялся. Или он за мной. Если он говорит, у нас проблема, можно спокойно умножать на 10. Этот свидетель ни в коем случае не должен меня опознать. Он и не опознает. Опаньки. Опатушеньки. Давай, убей его. Салют. Вот, блин. Джорди, кто это? Да, они тут живут. Ты чего? Ну, в этих домах система безопасности просто блеск, и все решили, что можно расслабиться.
Они закрылись только на цепочку, типа, чтобы как следует присмотреться к разносчику пиццы, например. Ага, понял, ясно. Насчет проблемы. Я и захватил болторез. Хозяин приоткрывает дверь, я просовываю девайс и хрясь. Прикиньте, а это не пицца. Джорди, проблема. Вспомни. Помню я, помню. Вот так. Мы сейчас Маньячелло. На полпути, Пирс. Неужели не ценишь, что я для тебя делаю? Не замечаешь моей заботы, нет? Да ну. Да. Слушай, давай уже к сути. Что со временем? Его мало. Да. Помнишь того мертвяка из раздевалки? Так вот он выжил. Его упрятали в чикагскую тюрягу, и если он там попадет на допрос, угадай, кого он сдаст? Кого? Мне интересно. Как выжил-то? Всякое бывает. Глянь туда. Видишь? С утра звонили. Кто-то готов заплатить, чтобы разговорить нашего друга. И, кстати говоря, главарь среди них. Судя по всему, нам стоит поболтать. Ага, только не перестарайся, пожалуйста. Бедный Морис в тот раз обмочил штанишки. О методах не волнуйся. А ты справишься? Двигай туда, а я прикрою. И не надо убивать босса, он тебе типа нужен. Точно? Так, не надо убивать. Мне надо переплыть. А то от этих писков-визгов у меня башка заболит. Будешь, милый, меня чаем с ромашкой отпаивать, иначе никак. Да и мне кота за яйца тянуть неохота. Ну кто ж тебя знает? Разучился читать мысли? Да не то чтобы умел. Зачем нанимать устранителей? Кого они ищут? Тебя. Достал ты всех со своим мстителем. Сейчас устроят в тюрьме бучу и доберутся до нужного свидетеля. Хотя всполошились они не на шутку, это да. Знают, что я вмешаюсь. Слушай, свидетель видел меня в лицо. Если устранители поймут, кто я такой, станут угрожать семье. Ой, мося-ся-ся. Это твоя семья, Пирс? Пойми, такое слабое место грех не использовать. Я за тобой с платочком бегать не буду. Ладно, погнали. Погнали. Так, что у меня там? Для начала осмотримся. Опаньки. Понятно, взорвать так можно. Что еще у нас? Тоже неплохо, так. Надо сюда. Так, мне надо достичь. Взорвать. Ух ты, можно вот так вот сделать. Два. Что-то не понял, что ты помер-то, чего? Ладно, опа. Открыть. Заблокировать подкрепление, естественно. Что у нас тут еще имеется? Ладно. Пойдем по порядочку. Есть. Так, еще двое у нас.
Блин. Надо, чтобы хотя бы кто-то из них скрылся. Выходите. Так. Давай, давай, давай. Так, переходим сюда. Хитрый гад. О! Вижу подозрительный объект. Все, не видит. Никаких объектов тут нет. Так. Пройти, прошли. Как я вовремя. Погодь, погодь. Нет. Кто крысятничает в тюрьме? Что? Мы не понимаем, о чем ты. Мы. Лэнс Бреннер. Как детишки? Ты что творишь? Как семья, спрашиваю. Судя по всему, мы ведем двойную жизнь. Конечно. Менее. Детям скоро в колледж. Потянешь ли, член профсоюза? Пошел ты. Но есть и другая жизнь. Тайные счета с хреновой кучей бабок. А. Слушай, ты вообще в курсе, сколько всего на тебе глухарей? Копы ждут, не дождутся. Так, погоди. Тебе бабок нужно. Дам сколько хочешь. Время идет. Ладно, ладно. Черт. Насчет тюрьмы. Звать Анжела Тучи, начальник охраны. Но поздно его не найти. Он не на что. Явно родные тут есть. При чем тут его семья? Ты совсем рехнулся, что ли? С чего бы начать? Так, сейчас надо сваливать, как я понимаю, причем быстро. Очнись, Пирс, устранители. Да. Блин. Посмотри-ка, они знают, где я. Беги, беги, беги. Конечно, вздумал. А вы бы не побежали бы. Легких путей мы не выбираем, да? Как всегда. Пошевеливайся давай. Я здесь разберусь. Звали, вот и мы. Так. Что случилось? Наша птичка приболела. Мы возвращаемся. Вот и правильно. Нечего вам здесь делать. Птичка приболела.
Куда? Куда? Где я? Помощь пришла! Все. Да ради бога. Помогайте, где хоть и помогайте. Он рядом, ищем. Ищите. А я пока пойду покатаюсь. А? Нету, да? Есть наши рядом. Блин, такая неповоротливая эта хрень. Морское такси это. Где он? Кто-нибудь засек? Да откуда? Хотя бы да, смотрите, окружили же. Вроде зона увеличилась, нет? База всем постам. Вертолет на подходе. А мы уходим. Господи, где он? Да как так-то? Граница все дальше и дальше. Скройтесь или убейте устранителей. Да я лучше скроюсь. На них патроны переводить. А тут плыви себе и плыви. Осторожно, он рядом. Так, меня это достало. Где? Катер побыстрее. Давай. Давай-ка вот так. Все, быстрее вертолетов, быстрее всех. И... Мы на месте. От черт. Вы хоть знаете, сколько дают за его голову? Давайте телепортируемся на следующее задание. Итак... Что у нас, палки в колеса? Часть первая. Да, я у Уилли стала. Что с Хеленой? Судя по апдейтам, она любит делать селфи. А тут у нас котей. О, господи. Вся лента в котиках. Зачем тебе эта бестолковка? Я это... Ищу ее дядю, а через Хелена быстрее выйдет. Ищем. Вау, 15 тысяч взяли с него. Есть кое-что. Утром запустила фотку. Очередное селфи. Брюнетка в очках. И зеленым рюкзаком. Слава соцсетям. Найду ее. Копаю дальше. С зеленым рюкзаком. Так. Тут у нас никого нету. С зеленым рюкзаком. Брюнетка. Так, клейка есть. Бедная. Чего? Нашла ее медданные. Аборт в том году. Понятно, зачем ходит к психологу. Вот тебя понесло. Забей на биографию. Где Хелена? Блин, я-то тут при чем, если инфа так и лезет? Я и не хозяйка. Погодь, круто. Что-то новое запустила. Она на Гомеле сквер. Стеклянная хрень. Хелена там. Понял. Молодцом. Ну я вроде ее нашел. Ты же знаешь, Эйден, мы за свободу информации. Так, Хелена, начнем. Давай. Алло. Мистучи, это доктор Хаят из городской больницы. Мы получили анализы вашего дяди, но в карте есть только ваш номер. Можете дать его телефон? Это срочно. Не, пардон, мы с дядей 100 лет не общались. Ладно, извините. Терпение. Да. Ну, взломайте телефон племянницы. Да. Дядя Анжи? Хелена, опять нужны билеты на концерт? Нет,
звонил. Мне кажется, тебя ищут. Что? Черт, твой звонок с головой меня выдаст. Вешай трубку. Попался. Попался. Где это ты, Анджело Тутти? Так, теперь надо его перехватить. Ну, началось. Анджело Тутти. Он будет следить за переводом моего свидетеля. Кто-то хочет раскрыть личность Мстителя. И платит Тутти. Ну, удачи. Так, убейте Анджело Тутти, пока он не добрался. Ой. С превеликим удовольствием. Завалю эту падлу. Что ты там мешкаешь, Пирс? Нашел его? Засек через GPS. Так что совсем скоро отрублю. Блеск. Давайте, это не должна быть сложная задача. Ой-ой-ой, какой опасный маневр был совершен. Ничего страшного. Ничего страшного. Кто что видит, я вот ничего не вижу. Опа, увидел. В последний момент. Так. Черт, ты видел? Подлезай! Поздно, поздно, я уже побег. Ты слышишь? Слышу. Блин, грёбаное такси. Тарань его, давай! Так. О, блин, что это рвануло? Кто бы это мог быть? Действительно. Так, куда бы мне деться? О, придумал. Придумал. Тихо. Блин, вот вы не вовремя мне. Вообще не вовремя. Тарань! Таранишь меня? Надо. Блин, блинский, давайте возьмем машину. Вот эту вот. Кто-нибудь засек его? Черт, он ушел! Опа, они меня потеряли. Прекрасно, прекрасно. Да всех нахрен отсюда. Отбой, мы его упустили. Готово. Ну что ж. Перевод не состоится. На этом все. Осталось попасть в тюрьму. Поболтать с моим свидетелем. Увидимся. В следующей серии. Пока.